Вот и наступил Новый год. Самый волшебный и самый долгожданный праздник в году для всех ребятишек. Торгово-развлекательный комплекс «Сити-центр» специально для своих самых маленьких посетителей проводит новогодние утренники. Каждый день ребят ждут настоящий Дед Мороз со Снегурочкой, персонажи из известных сказок и множество подарков. Сегодня мы проводим как раз второй день наших праздничных мероприятий. Это интерактивные игры. Они проходят каждый день со 2 по 8 число. Я думаю, что эти праздники удаются. Мне очень радостно наблюдать за тем количеством людей, которые приходят к нам в торгово-развлекательный центр. Каждый день в 12 часов атриум сити-центра наполняется детским весельем. Среди посетителей прогуливаются яркие сказочные персонажи, с которыми можно поиграть или сфотографироваться. Здесь же можно найти Деда Мороза и, рассказав ему новогодний стишок, потребовать у него подарок. Почему у нас в гостях ёлки-вёлки, каганька? Потому что к нам идет зимний праздник Новый год. Ёлочка нарядная в гости к нам пришла и много-много радости детишкам принесла. За окошком снег идет, значит, скоро Новый год. Дед Мороз уже в пути долго к нам идти. Также в атриуме сити-центра есть домик Деда Мороза. Необычайно красивая инсталляция завораживает взгляд каждого ребенка. Да и взрослые выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться на фоне зимней хижины. Главное событие в программе новогодних утренников в сити-центре – это сказочное представление. Что примечательно, каждый день юных посетителей комплекса ждет новая программа. Каждый день у нас проходит совершенно новое представление. Они не повторяются, это не заученные, не шаблонные мероприятия. Каждый день мы проводим что-то новое, и можно приходить сюда не один раз, не два раза, а вот каждый день в 12 часов мы ждем вас с новым представлением. Новогодние утренники в сити-центре – это замечательная возможность провести праздничные выходные с пользой для себя и ребенка. Во-первых, Новый год. Конечно же, хотелось праздника. Если честно, очень много в Фейсбуке читала о тех праздниках, которые проходят в сити-центре. Очень понравились отзывы. Решили прийти посмотреть. Ребенок увидел эту огромную елку, море восторга. Сразу же ассоциация со сказками. Мишка, Мишка, елка, елка. Очень здорово, нам очень нравится. Вот снежинки нахватались. Теперь ходим, бросаемся. Мы на самом деле вот с детьми подумали, что уже 2 дня отдохнули, уже хватит, и пора уже пойти на какие-то развлечения, на елки. И решили, вот услышали рекламу, что здесь будут каждый день представления до 10-го. И думаем, поедем, посмотрим, что, как. Каждый день аниматоры придумывают новые веселые конкурсы. Например, в этот день ребята, поделившись на команды, бросались снежками друг в друга. Всем деткам от года до 15 лет интересно. Очень хорошие аниматоры, красивые аниматоры, вероятнее всего лучшие в городе. Вот, очень правильно подобранный сценарий, много игр, призов, подарков. Это все создает атмосферу праздника, ну и, естественно, хорошо украшенный торговый центр. Детские утренники – это радость для каждого ребенка и его родителей. А тем более, когда утренник наполнен праздничной атмосферой, веселыми конкурсами и искренними детскими улыбками. Лисёт и на сёлочко лисёт.